Этот день навсегда останется в памяти каждого выпускника. Ведь именно 24 мая прозвенел последний звонок для 11-классников, которые вступают во взрослую жизнь. В СОШ номер 5 Черкесска собрались почетные гости, растроганные учителя, взволнованные родители. В этом образовательном учреждении 4 выпускных класса. Из 79 учащихся 17 медалистов. Я думаю, их ожидает светлое будущее, потому что все эти годы они отдавались учебе, они постигали мир знаний, и, в общем-то, своими результатами в течение этих лет они показали, что они готовы к тому, чтобы поступать в вузы, чтобы достойно учиться и быть достойными детьми своих родителей и учителей. У школьников слезы на глазах, ведь совсем скоро они попрощаются со своими учителями школы, в которой обучались долгие годы. Сегодня последний звонок, очень волнительный и ответственный день для всех выпускников. Кончается школа, начинается другая взрослая жизнь. Впереди еще ЕГЭ, очень тяжелые испытания. Но если мы их пройдем, мы, конечно, поступим в институты, кто куда захочет. Мы все равно рады, потому что хотим скорее закончить школу и узнать что-то новое и интересное в институте. Традиционно выпускников поздравляют с их праздником первоклашки. Эту традицию не приминули и в СОШ номер 3 Черкесска. Дети прочли трогательные стихи и пожелали ребятам успехов в предстоящих экзаменах. Пусть будут прямые все ваши дороги. Всегда вспоминайте свой первый урок в школе, друзей, своих педагогов и этот последний звонок. Для родительницы Натальи Соломахиной сегодня особенный день. Ее младший сын закончил первый класс, а старший – школу. Наталья надеется, что выпускники будут дружны и после окончания школы, а также хорошо сдадут предстоящие ЕГЭ. Спасибо в первую очередь учителям. Огромное спасибо. Они такой большой путь сделали. Столько нашим деткам всего дали. Действительно, как говорится, дорогу в жизнь показали, открыли. Сейчас вот хочется нашим деткам пожелать это собраться с силами, и чтобы у них все получилось. Удачно сдать ЕГЭ, выбрать себе правильный путь, по которому они дальше будут идти в своей жизни. День последнего звонка сохранится в воспоминаниях выпускников как один из редких искренних моментов в жизни. Настоящий праздник, оставшийся в наследство от советской эпохи. Давно уже нет школьной формы с белыми фартуками и бантами, зато в каждой школе звучит традиционный последний звонок. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.